Утром вставать неохота, треснешь будильнику в лоб. Джоб по-английски работа, вот уж действительно джоб. А в дачном углу деревенском славно сидеть, созерцать, думать о Тао вселенском, мыслями мозг удобрять. На дороге столбовой свинья лежит в экстазе, и толстый-толстый слой мир городской грязи. Едет пахарь на сивке верхом, смотрит, как я сажусь под плетень. Он недеяние считает грехом и вульгарно трактует, как лень. Разведу окрошку пивом, полечу свою мигрень, покурю неторопливо. Это лень? Пусть будет лень. Вот пыхтит сосед по даче, тяпкой машет, слухай, вас, тяпку брось, кончай шачить. Тоже Золушка нашлась. Наблюдай небес движение, рост травы, реки, скольженье, быстрокрылое круженье лупоглазой стрекозы. Недеяние прелестно, созерцание полезно, так учил один известный тунеядец Лао Цзы. Меня пугает постоянно, что без помощи труда мне не поймать какой-то рыбки из какого-то пруда. Ах, отстаньте от меня, мне рыбалка да фени. Ходить мне лень, удить мне лень, моя фамилия Ленин. Нюра! Злая да ярко кричит мне, ты дачник хреновый. Дура! Я ж не на печке, я в башне из кости слоновой. Нет у нас культуры лени, разучились созерцать, все торчать бы в огороде да лопатами бряцать. А я же не просто так лежу, я же истине служу. Ни деяние не кичится, не берет города, ни деяние это высшая форма труда. Ни деяние это в сотни тысяч ли, это небо поднебесное, это соль родной земли. А соседней колокольни раздается целый день. Лень, лень. Можно встать, побежать, стать кипучим, как чайник, сделать жизнь насыщенной необычайно, разбираться в театре, кино и балете, посмотреть трех сестер, выпить водки в буфете, заработать миллион на торговле бензином и кричать все козлы из окна лимузина. Можно рваться во власти на приличие не глядя, можно столько украсть, что уже не посадят. Можно стать поп-звездой, режиссером, поэтом, записным резонером из высшего света, копошиться в тусовках, как куча навозной, к себе относиться чрезмерно серьезно, торговать гербалайфом, худеть без эффекта. Можно жизнь прожить в состоянии аффекта, можно много писать всякую дребедень, можно это и то, можно все, но только лень, ну лень. Мысль, будто конь без уздечки, вольно резвится, летит, даже валяясь на печке, мудрый все время в пути. Автор вполне понимает пагубность этих идей, сам автор предпочитает трудолюбивых людей. Там недеяние прелестно, но надо же что-нибудь жрать.
Так что привет поднебесной, ставьте будильник на пять. Ой, ты дао мое, дао, вечное мое, дао важное, сермяжное, не поздно наё.